Итак, дорогие друзья, все внимание на старт. И на старт скачки. Со старта вперед выходит Мелибатыр. Мелибатыр повел. Адиль тут же вторым. На третьем месте Барий. Адиль и Мелибатыр с преимуществом 3 корпуса впереди. На третьем месте Фаис. Четвертым Касмир. На пятом месте Рампур. Далее Разбег Нему. За ним Барий. И замыкает скачку 9 номер Атар. В левом повороте Адиль и Мелибатыр впереди. 400 метров пройдено за 27,8 секунды. Скачку ведет Мелибатыр. На второе место выходит Фаиз. Третьим пока еще держится Адиль. Его захватывает Касмир. Пятым тут же и перекладывается на четвертое место Рампур. А остальные далеко сзади. В левом повороте скачку ведет Мелибатыр. И тут же к нему подтягивается четвертый номер Фаиз. Тем временем Рампур выходит на третье место, а четвертым держится Касмир. Адиль отпадает. Выход на финишную прямую. По бровке Мелибатыр. По левой стороне Фаиз. Третьим Рампур. Мелибатыр и Фаиз ведут борьбу за первое место. Мелибатыр по бровке, Фаиз по левой стороне. Фаиз немного выходит вперед, но Мелибатыр не сдается. Третьим держится Рампур, на четвертом месте пока еще Касмир. Но там бросок делает Атар. Тем временем Мелибатыр удерживает лидерство и немного отрывается от Фаиза. Приз в честь летчика-космонавта Юрчихина. Приз имени Мазана выигрывает Мелибатыр. Вторым финиширует Фаиз. На третьем месте Рампур. Четвертым Касмир. На пятом месте Атар. Далее Разбег Нему. Адиль. И замыкает скачку